Добрый день! Вы на канале «Простая кухня для вас». Сегодня я буду готовить тушеную курицу с фасолью. Для приготовления мне понадобится курица, фасоль белая, лук, чеснок, помидоры, приправа для курицы, перец красный, соль и растительное масло для обжарки. В начале приготовления разделаю курицу и сниму мясо с костей. По желанию вы можете просто нарезать на порционные кусочки. Далее нарежу мясо и филе курицы на небольшие кусочки. Лук нарезаю четверть кольцами. Помидоры порежу полукольцами. Нарежу чеснок. Разогрел глубокую сковородку с растительным маслом, обжариваю курицу. Мясо курицы обжариваю небольшими партиями на средней мощности до получения румяной корочки. На обжарку мяса ушло 15 минут. Добавляю специи. Лук. Все перемешаю и продолжаю обжаривать. Через 5 минут добавляю помидоры. Опять все хорошо перемешиваю и продолжаю обжаривать. Через 10 минут добавляю чеснок. Фасоль. Рассол я с нее не сливал. Все хорошо досаливаю. Перемешиваю. Накрываю крышкой. Убавлю мощность чуть меньше средней. И оставлю на 30 минут. Через 30 минут выключаю плиту. И дам отдохнуть курице с фасолью 10 минут. Тушеная курица с фасолью готова. Приятного аппетита и до встречи на нашем канале.